I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Дешевый лук 1 сентября. Я подобрала два лука. Один лук — это такая вот легкая блузка. Кстати, она мне очень понравилась. И если она мне подойдет, я ее с удовольствием возьму. А главное, посмотрите, какая скидка. Была 1400, сейчас 300 рублей. Она единственная и как раз мой размер. Это бывает очень редко. И мне очень нравится вот такой рукав. Ну, посмотрим, как она будет сидеть. И под эту блузку я подобрала вот такую вот юбку. Юбка-карандаш, сзади разрез темно-синего цвета. Цена тоже очень хорошая, была 1000, сейчас 300 рублей. Такая юбка в одном размере, это мой размер, но юбку брать я не буду. Но она мне не прям так, как вау, нравится. И второй лук вот такой вот. Вот такая вот рубашка с корабликами. Она тоже по скидке, была 1600, сейчас 300 рублей. Но этот лук будет дороже, так как здесь дорогие брюки. Ну, они недорогие, но по сравнению с ценами, которые я взяла, дорогие. Эти брюки были 1400, а сейчас 600 рублей. Но они такие достаточно плотные, прикольные, черного цвета. И взяла вот такие вот кроссовки. Ой. Тоже очень хорошая скидка, просто вообще шикарно. Были 1600, сейчас 100 рублей. Вообще, вы видели когда-нибудь такие цены? Единственное, это 37 размер. Он мне может быть маленький, но я постараюсь в них влезть. Ну, как вам такой лук? И этот лук стоит 700 рублей. Следующий лук вот такой вот, он вышел в 900 рублей, брюки так дорогие, стоят 600 рублей. Единственное, под эту блузку нужно одевать белье белого цвета, я как-то не подумала про это. Но блузка мне очень нравится, поэтому я ее возьму, ну глупо не взять за такую цену блузку. Тем более она единственная и мой размер. Мне вот этот лук больше нравится, нежели первый. А какой вам нравится? Пишите. Такой лук тоже стоит 900 рублей. В принципе, здесь я только рубашку поменяла. Ну, а та рубашка мне нравится больше. Хотя это тоже цена прикольная. Получается, самый дешевый лук у нас вышел в 600 рублей, 700 рублей с юбкой. Но давайте будем считать лук дешевым, который мне понравился. То есть он стоит 900 рублей. Это белая блузка, черные брюки и вот эти кроссовки. 900 рублей получился самый дешевый лук. И красивый. Я взяла вот такой вот джемпер женский, обманка как будто бы рубашка и сверху жилетка. Выглядит очень интересно, посмотрим, как будет смотреться. И стоит он 1800. И под этот джемпер вот такая вот юбка черного цвета. Так,
Вот такая вот она неровная. Интересная модель. И стоит она, кстати, по-моему, по акции, да. Стоит 500 рублей. Раньше стоила 1000. Потом вот такие вот брюки. Также я выбрала вот такие вот брюки. Темно-синие. Очень хорошая плотная ткань. Стоят они 2300. И под эти брюки вот такая вот блузка. Вот такие вот прикольные оригинальные рукава. И стоит она 2000. И под все эти луки я выбрала вот такие вот кроссовки. Темно-синего цвета, они очень интересные, переливаются. Не знаю, на камеру видно или нет, но они переливаются. И стоят они 2500. И сейчас мы все это примерим и определим, какой же лук круче. И вы пишите в комментариях, какой лук нравится вам больше. В общем, вот такой вот лук получился, и стоит он 6800. Если честно, кроссовки не очень удобны, вот здесь все сдавливает. Хотя размер мой, даже слегка свободные, но неудобные. Солнышко. Вообще, вот такой вот лук. Меряем дальше. Вот такой вот следующий лук. Обувь я одела свою, потому что та обувь мне не понравилась, она неудобная. Получается, вот этот джемпер и юбка вместе 2300. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're... Пишите, ребята, какой вам лук понравился. Мне, если честно, здесь вообще ничего не понравилось, ну только брюки. Вам было не только интересно, но и полезно, так как вы можете присмотреть для себя какие-то луки, может, вам что-то понравилось. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать лайком, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы первым видеть мои новые видео. Ну а на сегодня всем пока-пока. А, кстати, да, пишите, если вы хотите такого плана видео еще. Пока-пока! I see no, but they keep giving, so I keep